Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня у нас очень сложная ситуация. Вот видите, что у меня на лице. Да, это прямое включение, потому что он начал распространяться еще несколько дней назад. Вы даже могли бы даже видеть по моему каналу. Итак, что? Да, это очень страшно. Что будет дальше? Я неизвестно. Он же вот смотрите, распространялся уже в этом ролике. А он распространяется уже по моему каналу. И то есть неизвестно, что будет, если он меня полностью опять заразит. Скорее всего, он меня опять завладеет моим разумом. И все, Кирилл Кобзец. Он заразил уже мой второй глаз. Вот видите, какой он. И маска немного посинела. Так что и ноги мои тоже, видите? Зараженные ноги. И так что же мне делать? Тут все ингредиенты. Это, напишите, как назвать вирус. Помогайте мне написать. Вот это зелье не помогает. Мне это тоже не помогает. И вот это тоже не помогает. Быстрее помогите мне, пожалуйста, чтобы избавиться от этого тупого вируса. Только пишите, как его назвать. Или просто напишите. Напишите в комментариях, как избавиться от вируса. Но я пошел. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан.